Многие из нас не раз на улице видели автомобили с логотипом охраны. Как нам рассказал сотрудник вневедомственной охраны Мартолсад, это уникальная, не имеющая аналогов в мире государственная служба. Она отличается от всех охранных структур. Мартолсад с 1995 года работал полицейским водителем. Сейчас на пенсии. Он не тот человек, который привык сидеть на одном месте, рассказывает о своем коллеге Фаина Мельникова. Теперь работает на более спокойной должности – водителя. Он пришел после армии, молодой, 21 год ему было, в силе, в жизни, как бы такой устремленный человек. И то есть всегда к своим он обязанностям относился очень добросовестно. Например, я никогда не слышала в его адрес или там какие-то укоры, или какие-то там правонарушения у него были. То есть он человек действительно ответственный, добросовестный, порядочный. Коллеги выдвинули Мартолсада к ведомственной награде как самого активного члена Совета ветеранов. За 22 года работы Мартол Владимирович зарекомендовал себя ответственным и добросовестным человеком. Молодые сотрудники всегда обращаются за помощью, если возникают проблемы с транспортом. А ведь своевременное прибытие на место происшествия напрямую зависит от исправности автомобиля. По-моему, датчик. Как поделился ветеран вневедомственной охраны, гордость за свою службу испытал еще в далеком 95-м году, когда только трудоустроился. Потом пришло осознание ответственности и любви к своей работе. Не каждому удается найти свое призвание, но мне удалось, говорит ветеран. Так, целый день. Вот с утра на работу, ну как, в гараже у нас машину приготовил к выезду. За рулем я себя чувствую намного удобно, уверенно, чем, допустим, пешком по городу хожу. Ну, я учился еще как в советской школе, школу заканчивал, где нас учили, ну, как уважение к ветеранам, вот, на Великое Отечественное, вот, ну, нравилась мне форма просто, ну, военная, допустим, да, в армии служила, ну, скажем так, не призвана, а вот охранять покой граждан. Ну, ночью, днем, чтобы народ, ну, граждане наши чувствовали себя защищенными, уверенными во всем. Сегодня Мартолсад, продолжая работать в ведомстве, ведет также и наставническую работу с молодыми сотрудниками, чтобы в Росгвардии всегда были профессиональные, самоотверженные и мужественные бойцы. Ведь служба вневедомственной охраны является одним из мощных специализированных подразделений полиции. Диана Баймбугусарисхова, телекомпания «Новый век».